Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox, новый режим под названием Симулятор Десерта. Итак, у нас вначале есть 500 копеек, у нас идет питомец собачка, и также, друзья, сразу на старте я вам даю код, который дает нам еще одного бесплатного питомца. Это птичка третьего уровня. Сразу получаете питомца третьего левела, он даже сильнее тот, который дается вам изначально. Вот такая вот птица, мы ее тоже одеваем. У нас всего лишь можно одевать 2 питомца, 10 можно иметь в рюкзаке, и, конечно, можно за донатик все это расширять. Я думаю, что немножко мы себя улучшим, но пока что будем прокачиваться. Итак, ребята, птичка и собачка Фас кушают наши тортики. Ребята, это симулятор десерта, а это означает, что мы с вами собираем, естественно, десерты. Итак, они потихонечку фармят. У нас получается написано, что птичка, у нее сила 9, у собачки сила 6. Да, птичка посильнее будет. Итак, у меня уже есть первые копеечки, 560. И мне какой-то веселый клоун говорит: пойди купи себе яичко. Окей, ребята, первое яйцо стоит 515. Как раз таки нам хватает. Итак, здесь у нас рулеточка. Окей, открываем, ребята, открываем. И давайте синенького или легендарного. Нет, мне самого первого уровня дали. Ну, есть куда бы. Какой-то грифончик, ребята, офигеть. Ну-ка посмотрим. Так, грифоша 6 силы. А я могу одеть? Сколько нужно? 88 робоксов? Окей, плюс один питомец в одевании, 88 робоксов. А еще, 88. То есть получается каждый питомец плюс 88 робоксов. Ну окей, ребята, давайте одеваем с вами. Уже 3 у нас с вами пета. Естественно, ребят, я доначу, чтобы быстрее развиваться. Потому что если это не делать, то видео будет слишком долго тянуться, и вам будет неинтересно, друзья. Я просто показываю, что здесь можно купить. Итак, здесь можно дабл Power покупать. Следующий геймпасик. Skilled Pets, получается. Скилловые питомцы с высоким уровнем появляются у нас. Lucky, випочка. Дальше у нас идет телепорт. Дальше Fast Pets. Это телепорты. Это телепорты. То есть, получается, питомцы уже больше не будут бегать, а, скажем так, от кусочка к кусочку, а будут просто телепортироваться. Дальше у нас Double Coin, Double Experience и Double Power. Ладненько, это пока что мы не проверяем. Это мы не будем сегодня покупать. Мы просто с вами пока что пофармим. Следующая локация стоит 6300. Так, ребята, идите фармить. Вон, видите, грифошка фармит, а вы здесь бегаете, прохлаждаетесь. Я думаю, что нам нужно купить еще одного пета, чтобы быстрее фармить и быстрее попасть в следующую локацию. Следующий питомец у нас сколько стоит? Это стоит 515, идите вот сюда, и грифоша еще фармит. Сразу скажу, что это реально клон симулятора питомцев. Даже вот эти пунктирные линии точно такие же были, как в симуляторе питомцев, друзья. Так, второе яйцо стоит 1400, дороговато. Нужно пока что покупать вот эти яйца, которые стоят у нас 515. Нам нужно еще одно, у нас же уже 4 места, можем сделать 5 мест, можно сделать 6. Но каждое местечко стоит 88 робоксов, друзья. Так, у нас уже есть немножечко денег. Можно прикупить себе еще одно яйцо. Ну-ка, давай, хорошее. Вот фиолетовое, давайте мне фиолетовое 5 уровня даете, и я буду прям очень доволен. Если меньше, я буду недоволен. Ну, скорее всего, мне дадут серенькое, ну, да, 5 уровня. Хм-хм. Хорошо, хорошо, какой-то зверь. Я не знаю, что это за зверь у нас. Это у нас, ребята, волк. 12 силы, ребят, тоже неплохо. Не легендарный там, не синенький. Но, ребят, 12 силы, это побольше, чем моих. Это, знаете, это сколько? Это столько же, сколько у моей птицы, вернее, у моей собаки и у грифона вместе взятых. То есть это хороший питомец, скажем так, попался мне. Все, ребята, эти мои кушают потихонечку. Можно, кстати, знаете, что делать? Можно, в принципе, купить себе немножко коинов. Сколько мне нужно коинов? 1500, 15000. Друзья, я знаю, что вы лайки поставите. Купим с вами 15 косарей коинов. 15 тысяч коинов с вами прикупили. Все, ребята, денежки у нас с вами есть. Значит, мы с вами что делаем? Идем покупаем себе немножечко лучше питомца. Давайте за 4000 одного себе возьмем. За 4000 второго себе возьмем. И потом себе еще откроем новую локацию. Это будет идеальный вариант, мне кажется. Вот реально идеальный вариант. Вот, еще и синий какой-то утконос, что ли. Крокодильчик. Хорошо, синенький крокодильчик. Еще одно за 4200. Мы не будем покупать вот это, потому что мне деньги нужны еще на открытие следующей локации. Опять же, друзья, я просто донатом ускоряю то, что бы я делал, допустим, за там 20 минут. То есть я бы то же самое сделал за 20 минут, но я все это делаю немножечко быстрее. 13 уровень. Сколько у тебя силы? 53, а здесь 59. Окей, так, мы снимаем с вами псину. Унэквип и снимаем вот этого орла нашего, грифона. Снимаем, одеваем крокодила. И одеваем вот этого зверя на 53, а здесь 59. Слушайте, а ну-ка, как они фармят? Фас, а ну-ка, фас. Давайте, большие куски. И ты на большой кусок. Фас. О, как этот быстро волк зафармил. Вот это хорош. Волк, слушай, ты прям какой-то зверь. По сколько? По 90? Так, а сколько? Кто же доделал? Кто же доделал все дело? Так,
Так, ребята, давайте возвращайтесь. Сколько они хорошо фармят. Сколько? По 90. Ну да, ребят, надо на следующая зона. По-любому следующая зона нужна. Покупаем. Переходим во вторую локацию. Вот здесь у нас пончики. Здесь у нас были тортики. Кусочки тортиков. Здесь у нас пончики. Так, иди на большой пончик. Иди на погрызный пончик. Сколько у него плотности? Сколько? 200. Здесь у нас у этого пончика 2200. У этого пончика сколько у нас? 2200. А вот такого, смотрите. Ой, какой красивый, смотрите. Течет по видышка у нас. 1000. Значит, это слабенький. Быстрее всего зафармится. Но здесь уже, ребят, здесь уже фармится совсем... Всем другие деньги. Они, естественно, быстрее фармятся. Интересно, питомцы наши прокачиваются? Точно прокачиваются. То есть вот птичка была нулевого. Вернее, она была изначально третьего, но уже 570 прокачала. Хорошо. Итак, значит, у нас здесь есть питомцы. Они прокачиваются, набирают вам деньги. Здесь есть яйца, которые открываются. Здесь есть локации, которые мы открываем. Это уже интересно. И, в принципе, интересная игрушка. Есть коды. И кодик я на бесплатном питомце вам уже подкинул. Так, 52 тысячи, дальше 434. Фига себе, нужно фармить, ребят. Но я думаю, что я залипну на эту игрушку. Думаю, на ближайшие пару дней мы с вами ее поснимаем. Естественно, естественно, пока не пройдем с вами полностью. Я не знаю, сколько времени, сколько серий меня займет ее пройти. Может быть, мы пройдем ее за вот сегодня и в следующей серии уже пройдем. Это будет зависеть от вас. Сколько лайков наберете, чем больше лайков, тем быстрее выходит серия по разным играм, друзья. Но стандартно 3 ролика в день, друзья, запомните. И сейчас, ребят, поставьте лайкусик, подписочку, колокольчик, комментарий и другом поделитесь. Что мы делаем? У нас с вами вот эта вот почти птица дофармила. Мне почему-то решили помочь. Зачем, непонятно, идите фармить вдвоем пончик один. 4 косаря у меня уже есть. Неплохо, 4 косаря у меня есть. И мне бы нужно заменить, знаете кого? Мне бы нужно одну птичку заменить. Я, наверное, знаете, что сделаю? Сейчас насобираю себе денежек и купим с вами питомца за 12 тысяч. Думаю, будет идеально. Конечно, бы хорошо геймпасик себе прикупить на двойные деньги, либо двойной опыт. Не, двойной опыт точно не надо брать. Либо двойной урон, либо двойные деньги. В принципе, одно и то же. То есть, так мы получаем в 2 раза больше, а так мы фармим в 2 раза быстрее. То есть, в принципе, это равнозначно. Поэтому... сами выбирайте, пишите в комментиках, что лучше купить, двойные деньги или двойной урон. В общем, что вам интереснее, то я и куплю. Так, 500 есть, 500, так, этот они пончик почти дохавали. Так, 150 хп у пончика. Ты мне помогал, пончик есть? Я тебе тоже помогу, дружище, давай. И мне не жалко, я тебе тоже помогу его раскрыть. Так, смотрите, 111, 21, а сколько я получу? 32. Лучше я буду целый пончик открывать. Так, давайте шоколадный, ребята. Кто любит шоколадные пончики? Я не сильно. Так, сразу 1000. Откуда мне 1000 привалило? А, крокодил открыл соляночку пончика открыл себе. Я понял, я думаю, откуда 1000 взялась. Получается, грубо говоря, за такой пончик мы получаем с вами около 1000. За такой мы получаем около 2, если не ошибаюсь. Вот у нас большой пончик. Волки вот до сих пор открывают. Интересно, сколько я получу, 1000 или 2000? У него было 2220 жизней, что-то в этом роде. Так, здесь, по идее, я должен получить 1000. Хотя сейчас проверим, кто быстрее всего откроет. Здесь они вдвоем открывают, здесь он один. Так, я получаю 500. Да, получается, я получаю 50% от, скажем так, от жизни пончика. Если 2000 жизней, я получаю 1000. Сейчас посмотрим, вот они вдвоем фармят. Большой пончик вдвоем, сколько я получу? Косарь, да, 999, так оно и есть. Так, ты иди на этот пончик. Сколько у нас хп? 1000. А ты иди вот на этот пончик. Нет, а ты иди вот на сюда вот. Отлично, 9600, ребята, почти насобирали, нужно 12000. Иди маленький покушай, птичка. А, слушай, она сильная, ее надо было на вот этот направлять. Так, видите, получается, я схватил один здоровый пончик, еще пончик себе большой. Этот почти открылся, ты помогай, иди, птица, она слишком слабо будет полгода открывать. Ну, волчара, ты сам справишься. Итак, у нас 9800, я думаю, что нам нужно открыть 1, 2, 3 пончика, как раз таки откроем. И у нас будет та сумма, которая нам нужна, 12 с чем-то тысяч или 11 с чем-то. В общем, сейчас мы с вами подфармим. Так, что у нас еще интересно? Кстати, в этой локации у нас пончики, а в следующей что у нас? Следующая локация у нас с пирожными, ребята. Хорошо, хорошо, интересненько. А дальше? А видно, что там дальше? А дальше у нас какие-то... А, печеньки, вижу печеньки такие, знаете, типа выпекаемые, типа овсяные печеньки. Такое, похоже что-то. Так, наш крокодильчик дофармил, иди он здоровый покушай. Смотри, какой пончик, правда кто-то уже покусал его. Ну ты же крокодил, тебе все равно, иди грызи его, все, отлично. Эти ребята почти доели. Идите, помогайте крокодилу. Я думаю, что пока вы доедите, я уже дойду до этой локации. Они как раз-таки съедят пончик. Я получу кучу денег. И будет все по красоте, ребята. Я покуплю себе еще одного питомца и заменю вот эту птичку. Я ее
в принципе, удалю. Собачку можно тоже уже удалять, видите, выпустить на волю релиз. Мы выпускаем на волю нашего грифона, он нам больше не нужен, потому что мы сейчас с вами покупаем нового питомца. Итак, это у нас будет тир 3, нет, тир 4, вот, 12200. Ну-ка, погнали, 19 уровень. Ну-ка, давай, хорошего, давайте. Фиолетового мне, золотого, так, фиолетовый максимальный. Синий, хорошо. Правда, не 20 уровень, но тоже хорошо. Какой-то орел у нас. Тогда мы, тем более, мы птичку нашу убираем. И вместо него выпускаем орла. 102 урона. Слушайте, вот это хорош, ребят. Получается, да, с каждым питомцем вы становитесь намного сильнее. То есть, питомец за 4000 и питомец за 12000. То есть, у них небольшая, не то что разница, знаете, там, в 5-10 урона. У них реально разница просто в 2 раза. Если там 50 с чем-то, то там уже 100 с чем-то. Ну да, это правильно. На самом деле, это хорошо. Смотрите, он сейчас будет по 100 урона грызть. Просто ням. Смотрите, ням. По 102 урона, ням. Сейчас будет 600 ровно, ням. Вот это он хавает. Вот это орел, конечно, мощный. Жесткий орел. Так, давайте, что у нас там прокачивается вообще? Так, крокодил качается, этот качается, этот качается у нас. Этого можно, в принципе, выпустить. Но для начала, ребята, это бесплатный питомец. Он вам понадобится. И давайте, наверное, на этом мы с вами серию сегодня закончим. Если вам понравилось, обязательно влепите лайк. Нажмите на колокольчик. А с вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр. И всем покедова!